Нахожусь возле торгового центра ЦУМ в центре города Тюмени. Вот смотрите, вот он ЦУМ. Вот так вот он выглядит красиво. Значит, иллюминации, весь в иллюминации. И здесь левая сторона. Вот она площадь. Здесь старое здание начала 20 века постройки. И вот напротив этого ЦУМа, так называемого, здесь поставили, установили елочку. Видите, елочка с какой разветвленной звездой. И столько много на ней игрушек, и они все переливаются вместе со свечами и хлопушками. Вот. Такая красивая елочка в городе Тюмени стоит. Вот улица, лево, право улица. И елочка, красивая новогодняя елочка. Вот сейчас мы подходим ближе к этой елочке. Видите, внизу там она стоит украшена разрисовкой на снежинки. А вверху шарики и свечи. И свечи меняют свой цвет. А вверху, вот над елочкой, самой верхушке елки, естественно, такая красивая из светодиодов сделанная Вифлеемская звезда. А лучи ее в разные стороны разветвляются. Видите, как красиво. Мне понравилось. Такую елку установили прямо перед парком Цветной бульвар. Вот видите, спортивный комплекс. Здесь концертно-танцевальный зал и елка. Красиво. Вот такая она придает такое праздничное настроение и немножко приподнятый такой духоподъемное настроение. И вот, смотрите, напротив ЦУМ, центральный универсальный магазин, и здесь дом офицеров, а здесь спортивный комплекс центральный. Елочка переливается разными цветами. Ну, на этом заканчиваю свой обзорчик елочки. Всего вам доброго, уважаемые подписчики. До свидания. Встретимся на новых видео.